бизнес-тренер Академии Декартус. Она уже более 10 лет является бизнес-тренером. И сейчас она вам расскажет про разрешение конфликтов в инновационных командах. Добрый день. Можно я всех увижу? Добрый день. Я искренне рада видеть здесь столько красивых лиц. Но, чтобы вы понимали, я девочка взрослая. Как бы 10 лет опыта никто не отменял, это раз. А второй момент, я хотела бы сейчас такой маленький тест на знание. Да? Сколько картинок знакомых видите? Ну, честно. Две есть? Есть, да? Пять. Божественно. Кто сказал пять? Отлично. Нам есть о чем поговорить. Ну, собственно, я думаю, все поняли по вот такой подборке, что IT-сферу я застала не просто как факт существования, я застала ее в момент зарождения. Ну, то есть она на моих глазах постепенно превращалась из мифа в реальность. И как бы, я отсюда его убрала. Собственно, большая часть моих знакомых знает меня не по полному имени, а по короткому. Как думаете, какому? А? Нет, злая серая собака – это состояние души. Я про имя. Первый компьютерный мессенджер, подсказываю. Аська, все абсолютно верно. В принципе, я от IT не отхожу уже очень много лет. Такой маленький спойлер. Мой первый муж был айтишником, он был программистом. Мой второй муж связан с этой сферой. Он специалист по связи, он специалист по слаботочным системам. То есть это, в принципе, наверное, состояние души. Сами понимаете, круг общения был соответствующий. То есть... В принципе, если говорить о том, что я вошла в IT или я работаю в IT, нет, IT проявилось во мне на каком-то генетическом уровне. Это при том, что я патологический гуманитарий, несовместимый с техникой. Ну, собственно, такой маленький момент, да, когда IT появилась в моей жизни, она выглядела примерно так. Такой вот все, да, понимают, такой маленький этап жизненный был в IT, полуподвальное существование, локальные сетки, где не было никаких законов о пиратстве, абсолютное бессмысленного качества видео, это даже не 720, это 400 с хвостиком. Ну, то есть я застала и прочувствовала IT на своей шкуре снизу, потому что очень было интересно, как IT эволюционирует в головах общественности из вот этого состояния вот в это. Ну, то есть это сейчас айтишники выглядят как дорогие, высокооплачиваемые специалисты. А для меня они все-таки вот больше похожи на первое состояние, и так получилось, что с большинством из них я до сих пор поддерживаю теплые дружеские отношения. Поэтому если говорить об женщинах в IT, то у нас есть две полярности. И это то, почему я IT люблю. Здесь можно быть собой. Здесь не надо пытаться что-то кому-то доказывать. Потому что ты здесь, ты проявляешься, и самое главное, ты нужен. Очень часто в своей жизни я чувствовала себя героиней очень, наверное, известной книги. Я не знаю, может быть, кто-то читал этот шедевральный опус «Записки невесты программиста». Кто-то читал? Отлично, прекрасно, божественно прекрасно на самом деле, потому что именно вот эта роль чаще всего для женщин, которые не учились на IT. Это переводчик. Я перевожу с технического на всех остальных. Именно поэтому женщине в IT и сложно, и легко одновременно. И мне это нравится. Потому что работая с людьми, которые постоянно что-то творят, это постоянный вызов самой себе. Главное не включить мамочку или вовремя ее выключить.
Однако у меня немножко другая тема. То есть, я думаю, уже все поняли, да, что IT – это нормально, это классно, и женщине там место. И самое главное, мне не обязательно каждый день ходить на каблуках, чтобы во мне видели женщину. Так вот, давайте для начала разберемся с понятием, что такое инновация. Да? Мы так много о нем говорим. Мы постоянно находимся в каком-то творческом поиске, в каком-то творческом процессе. А что же такое инновация? Внедрение новых технологий, да. Совершенствование. Так, коллеги. Трансформация. Вот, наверное, вы не поверите, но вы все трое правы. Потому что официальное определение инновации звучит так. Это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт или процесс. То есть нам не обязательно изобретать велосипед, нам достаточно просто предложить его новый вариант. Если что, это не мое изложение, это официальное. Именно так в законодательстве определяется понятие инновация. Как внедрение чего-то нового или трансформированного старого. И вот здесь главный момент. Возможно ли внедрить инновацию самостоятельно? Ну, то есть в одиночку. Смотря какого объема инновация. Является ли заказчик, да, частью команды? Ага. Еще варианты будут? На самом деле, когда мы говорим о создании инноваций, команда может быть достаточно большой, и заказчик только ее часть. То есть у нас в любом случае есть человек, которому это надо, заказчик или клиент. Есть человек, который выделяет на это деньги, потому что, я думаю, все прекрасно знают, инновация предполагает определенные инвестиции и какой-то период экспериментов. Да? Ну, то есть пока мы что-то тестируем и разрабатываем, хотелось бы, чтобы штаны держались не только на позвоночнике и тазовых костях. Ну, как-то хотя бы раз в день, но что-то себе в живот положить. У нас в любом случае есть люди, которые хотя бы начерно создали или сгенерировали идею. Именно под этим словом понимается проектировщик. У нас в любом случае есть поставщик, то есть если наша инновация задействует какие-то материальные ресурсы, соответственно, мы их у кого-то берем. Ну и, наконец, у нас есть руководитель и команда. И чаще всего, когда мы говорим о конфликте, мы подразумеваем, что задействованы все уровни этого замечательного озвученного коллектива. Как думаете, в этой ситуации с какими конфликтами мы сталкиваемся чаще всего? Во-первых, противоречие заказчик-проект, заказчик-команда, да, потому что объем восприятия ситуации разный. Здесь вот было непонимание, но я так понимаю, но если можно, вот эту мысль расширить. То есть в любом случае, когда мы не решаем конфликта, откладываем его во времени, мы в любом случае обеспечиваем ему затяжку. Он затягивается во времени, мы теряем ресурсы, мы теряем деньги, мы теряем силу творческую, потому что когда мы на эмоциях, наверное, что-либо решать не получится. А вот теперь я попрошу вас сейчас вспомнить ближайший конфликт. Вот тот, который не так давно вы пережили. Вот, пожалуйста, вот это слово «конфликт» прочувствуйте. Какие чувства вызывает? Божественно, паника, что еще? Страх. Так, что-что? Отлично, кайф, да? Волнение. А почему у нас такие достаточно бытовые ситуации вызывают такой объем эмоций?
есть опасение, что я сейчас что-то упущу. Правильно я понимаю? Божественно. Отлично. Еще варианты, почему такое ощущение возникает? Нет уверенности, что я решу его так, как надо. Так, что еще? То есть особо вариантов нет. На самом деле все упирается в банальное. А как его решать? И идеальная ситуация – это когда вы его отследили и не являетесь участником. У вас тогда больше моментов и больше вариантов для на самом деле маневра. И в большинстве своем, когда мы говорим об конфликте, мы чаще всего воспринимаем его как пиковое состояние, когда друг друга уже летят тарелки, мышки, мониторы. На самом деле конфликт имеет определенную структуру, и рождается он как раз с легкого противоречия. Какой-то мысли, какой-то идеи. Я знаю, как правильно, а ты не знаешь. Нет, это ты не знаешь, а я как раз знаю больше. То есть, когда у нас возникает противоречие, и разрешение этого противоречия на самом деле становится важнее, чем все остальное. И на этой скрытой стадии конфликты на самом деле решаются очень быстро, очень эффективно и с очень большим выхлопом. Однако ключевой момент, когда мы говорим о решении конфликтов, зависит от того, насколько вы технически и тактически в этом готовы. Понятно, что для того, чтобы отследить вот это эмоциональное противоречие, нужно обладать тем, что сейчас называют эмоциональный интеллект. То есть можно сказать, если коротко, чувствительность к переживаниям других и отслеживание своего состояния. Потому что, ну скажем так, конфликт где-то рядом, а мы его уже где-то вот здесь за гривком чувствуем. Это нормально, это естественная реакция. Ну, как бы помним, да, животные, когда чувствуют опасность, стараются что сделать? У кого есть кошки? То есть, когда кошка испытывает опасность, когда она чувствует опасность, она может быть не напрямую ей угрожать, она пытается стать очень маленькой, прижаться к земле и уползти. Вот поверьте, у нас тоже есть эта реакция. И если вы хорошо чувствуете свое тело, то вы ее почувствуете. Когда у вас есть желание стать очень-очень маленьким, значит, что-то пошло не так. Отсюда вывод. Конфликт для того, чтобы решить своевременно и качественно, нужно услышать вовремя. А когда мы говорим об инновационной команде, конфликт – это состояние души. Потому что каждый стремится доказать, что именно его способ решения задачи будет самый правильный. И если мы говорим о себе как о руководителях проекта или о третьей стороне, нам очень важно выбрать роль и, что самое важное, ее придерживаться. Вот это, наверное, ключевой момент. Ответ на вот этот слайд зависит только от одного. Сможете ли вы выбрать и удержать свою тактику. Потому что главный момент от выбранной вами тактики зависит все остальное. Тактик много, ролей тоже. И сейчас, внимание, я подчеркиваю, мы рассматриваем конфликт в инновационной команде, где вы не являетесь стороной конфликта. Потому что когда вы сторона конфликта и вовлечены в этот процесс, вы ослеплены эмоциями. Тяжело что-то принимать какие-то решения, тяжело делать какие-то действия, когда ты весь на эмоциях. Потому что хочется подойти и стукнуть обидчика. И это, в принципе, нормально. Это абсолютно нормально, потому что когда все аргументы исчерпаны, в дело вступает физическая сила. Так вот, для того, чтобы решить конфликт в качестве третьей стороны, я сейчас не хочу останавливаться на стратегиях поведения в конфликте. Я думаю, что вы прекрасно знаете 5 стратегий решения конфликта по Томасу Килману. Нет? Остановиться? Ага, отлично. Тогда небольшая справка. У нас есть 5 основных стилей поведения.
Эти стили поведения определяют наше отношение к конфликту и, соответственно, его дальнейшее протекание. Стратегия первая называется уход. Как бы из нее все понятно, да? Я старательно делаю вид, что конфликта нет. И ровно до тех пор, пока я его не вижу, он существовать не будет. Не самая лучшая тактика, однако подходит, ну, я думаю, многие знают такие отношения, когда девушка вспылила, я проигнорирую, она сейчас остынет, и все будет нормально. Ну, то есть такое, спустим на тормозах, вдруг рассосется. Ну, мало ли, вдруг повезет. Вторая стратегия называется конкуренция. Я думаю, что из названия понятно. Конкуренция – это когда мы до потери пульса, до соплей из носа будем отстаивать свою точку зрения. То есть моя точка зрения есть, и для того, чтобы конфликт решился, ты должен признать мою правоту. Я в плюсе, ты в минусе. Обратная ситуация. Дорогая, бери все, включая кредитку и машину, только отстань. Это приспособление. Когда мы готовы пожертвовать всем на свете, лишь бы от нас отстали. Тоже имеет право на существование. То есть приспособление – это противоположность конкуренции. Когда мы готовы пожертвовать всем, лишь бы наш собеседник от нас отошел. Последние две стратегии называются стратегиями условного согласия. И одна из них, в моем понимании, давно стала токсичной. Почему? Это компромисс. Что такое компромисс? К сожалению, нет. Нам все время со всех экранов, во всех СМИ рассказывают: ищите компромиссы. Ребята, как специалист по решению конфликтов, я вам искать их не рекомендую. Почему? Компромисс – это временное решение, которое необходимо для того, чтобы стороны успокоились и нашли полноценное решение. В компромиссе мы отказываемся от части своих претензий в обмен на то, что наш собеседник тоже от чего-то откажется. То есть ни я ничего не получу, ни ты ничего не получишь. И главная проблема в чем? Какая главная проблема компромисса? Вот именно, проблема не решена. Мы нашли временное решение, которое стало для нас точкой переговоров. Мы сбросили напряжение, и рано или поздно это напряжение снова скакнет на максимум. Просто потому, что мы нашли временное решение, а дальше ничего не сделали. И вот здесь как раз у нас вытекает пятая стратегия решения конфликтов, а именно сотрудничество. Сотрудничество – это нахождение третьего пути, полное, исчерпывающее и удовлетворяющее все стороны. Вот это вот основные характеристики сотрудничества. Это решение не принадлежит ни одной из сторон, это решение выработано сторонами вместе, оно удовлетворяет всех и полностью исчерпывает все возможные нюансы. То есть это выход за пределы конфликта. Мы нашли третий путь. Хотя, может быть, кто-то продвинутый предложил хороший вариант, и его поддержала противоположная сторона. И это действительно привело нас к обоих к результату. То есть в зависимости от того, какую стратегию вы выберете, инструменты для решения конфликта вы подбираете, исходя из них же. И это тот случай, когда лошадей на переправе менять не стоит. Если вы заходите с позиции сотрудничества, а ваш собеседник заходит с позиции конкуренции, ну то есть это примерно ситуация, когда я пришел играть в шахматы, а мой собеседник в Чапаева. Вы договоритесь? Божественно, я рада, что вы шикарный переговорщик. Потому что в любом случае ваш собеседник тоже должен войти в это все с той же позиции. То есть для начала, чтобы войти в сотрудничество, вам нужно убедить своего собеседника, что
я не угрожаю тебе, я свой, и я тоже хочу решить эту ситуацию. Причем так, чтобы и тебе было хорошо, и мне. Итак, по стратегиям поведения вопросы пока никаких. Отлично. Тогда возвращаемся к ролям третьей стороны. Здесь очень важный момент, что для того, чтобы решить конфликт как третья сторона, вы должны опять же занять определенный статус и определенную роль. Роль первая – это наблюдатель. Я думаю, знаете такой эффект, такой феномен в физике, что в зависимости от наличия наблюдателя либо волна, либо частица. То же самое происходит с конфликтом. Наблюдателю не нужно вступать в конфликт. Он достаточно влиятельный, он достаточно обозначает границы свои и команды для того, чтобы конфликт не выходил за рамки приемлемого эмоционального фона. То есть ему не нужно вступать в конфликт. Он просто есть. Соответственно, вторая роль – его его дополняющее, это помощник. В отличие от наблюдателя, помощник проявляет заинтересованность. Он сведет в одном конференц-зале, раздаст всем кофе, посадит, после чего закроет дверь снаружи и скажет: пока не договоритесь, не выйдете. То есть помощник пока еще в конфликт не вступил. Однако он сделал все, чтобы организовать переговорный процесс. Большая часть конфликтов, которые еще не дошли до стадии инцидента, то есть когда они еще не взорвались, вполне можно решить. Вот только когда у нас есть инцидент, когда у нас не только есть недовольство, а еще и есть эмоциональный взрыв, роль помощника, ну скажем так, впоследствии просто убрать в конференц-зале. Другого ничего не получится. Это пассивные роли. Как видите, еще здесь решать ничего не надо, в переговорный процесс включаться не надо, есть дальше. Арбитр. Я думаю, из названия очевидно, что это то, что висит над головой у обоих участников. Кто такой арбитр? Это судья, который выносит решение. Соответственно, данный человек, который взял на себя роль арбитра, назначает того, кто ошибся. То есть это тот человек, который назначит виноватого. И его мнение обсуждаться не будет. В чем проблема арбитра? Во-первых, можно подкупить. Таки можно договориться. Он может оказаться необъективен, потому что он исходит из тех данных, которые у него есть. И самое главное, выберут стороны, тебя назначили арбитром. В чем проблема арбитра? Еще раз. То есть арбитр может быть необъективен и явно назначить в свою пользу, да, в пользу какой-то стороны. И есть еще одна очень важная проблема. Если арбитр назначил виноватого и что-то пошло не так, кто будет виноват? Кто принял решение? То есть, если что-то пошло не так, виноват будет арбитр. Ответственность за решение. Арбитр назначает, задача арбитра в конфликте в том, что ты назначаешь виноватого. Ты определяешь, какую сторону займет весь остальной коллектив. И если это окажется не совсем корректным решением, кто будет сволочью? То есть тот, кто решил и кто назначил виноватого. То есть арбитром можно выступать только в том случае, если вы 100% уверены в своем решении. Или если конфликт настолько незначителен, что ваша репутация просто не пострадает в дальнейшем. Самая сложная роль на самом деле – это роль медиатора или посредника. Это человек, который сохраняет свою независимость и незаинтересованность до самого конца. И именно эта роль нужна для того, чтобы полностью исчерпывать все конфликты в коллективе. Почему?
медиатор является вот тем самым переводчиком с эмоционального на человеческий. Он может сначала провести несколько встреч с каждой из сторон, выслушать точку зрения и подсказать сторонам выход в третью сторону, направить и посадить их за стол переговоров. Сам медиатор не вносит в эту ситуацию ничего. Он не принимает решений, он не влияет как-либо на процесс. Его задача максимально без искажений передать мнение и точку зрения каждой стороны противоположной. Знаете, кто вот пример медиатора? Помните мультик «Зима в Простоквашино»? Печкин. Вы ему сейчас сначала телеграмму, потом бандероль, а вот это уже контейнерная перевозка. То есть Печкин в этот момент выступил в качестве медиатора. Ну и насколько, я думаю, все помнят, до конца он это не довел. Ну потому что он вовлекся, видимо, в процесс. И роль медиатора – это помочь сторонам договориться. А договориться Шарик и Матроскин смогли только тогда, когда вместе выволакивали автомобиль из сугроба. То есть нужен третий факт, нужна точка приложения сил. Тем не менее, именно посредник, качественный и грамотный посредник, который сможет отследить конфликты на разных этапах и подобрать соответственно инструменты, легко использует потенциал конфликта как эмоционального, как эмоциональной вспышки. Что такое эмоциональная вспышка? Что такое эмоции? Эмоции – это жизненная сила. Это потенциал энергетический, который как батарейка подзаряжает все. Поэтому решать конфликты можно, нужно и максимально бережно. К сожалению, формат сегодняшнего мероприятия, наверное, не даст мне возможности сыграть что-либо с вами, просто потому что у меня очень мало времени. Тем не менее, я бы хотела вам дать достаточно простую схему разбора любого конфликта, которая позволит вам, как третьей стороне или как участнику, подобрать ключи к этой ситуации. У нее 6 шагов. Шаг первый. В чем проблема? Обращаю внимание, мы можем сформулировать пока только свое видение. Поэтому сначала опишите, из-за чего все произошло. В чем подвох? Где подвох? Зачем подвох? Назовите проблему. Следующий. А сколько человек уже в это все вписалось? Я думаю, вы знаете о том, что конфликт – штука разрастающаяся. У нее определенная есть эволюция. И элементарно испорченное вам сегодня настроение, то есть вы проснулись, и вы просто не хотите идти на работу. Вот это внутреннее противоречие, внутренний конфликт может вывалиться в ваш коллектив и превратиться в конфликт внешний. Кто задействован в этой ситуации? Далее. А что хотят? Ожидание. Каждая из сторон, вовлекаясь в конфликт, добивается каких-то выгод для себя. Соответственно, что хотят стороны? Каждая из сторон хочет и чего не хочет. Это второй момент. То есть первое – фокус на том, что хочу. Что хочу я, что хочет мой оппонент. Второй фокус – чего мы не хотим. Например, если у вас есть сотрудник, который слишком долго и слишком много курит на улице, чего вы будете хотеть? Божественно прекрасно. А чего захочет сотрудник? А сотрудник, наверное, захочет объяснить вам, что курилка это его место медитации, место силы. Умных слов мы знаем сейчас много. То есть самое простое – это человек хочет, чтобы все-таки его выпускали курить и никак не ограничивали его физические потребности. Ну и естественно, если мы говорим о сотруднике, то он не хочет, чтобы вы ему категорически запретили курить в рабочее время. При этом мы не хотим каких-то других издержек, например, проваленного из-за курилки проекта. Следующий момент. Выберите стратегию. К
как я буду решать данный конфликт. О стратегиях я уже сказала, их 5. Соответственно, одну из 5 можно выбрать. Я буду подходить к этой проблеме, она большая, значимая. Соответственно, я выберу либо сотрудничество, либо конкуренцию. Мы уже на эмоциях, значит, надо все-таки как-то поискать компромисс, хотя бы для того, чтобы градус немножко снизился. Ну или вообще проблема яйца выеденного не стоит. Соответственно, я сейчас забью все, что он хочет, он получит, только чтобы эта проблема у нас больше никогда в жизни не возникала. То есть выбираем стратегию. Ну и последнее. А как мы это можем решить? Как я могу этого достичь? Как мы этого можем достичь? Следуя вот такому простому 6-этапному алгоритму, даже если вы находитесь внутри конфликта и вы на эмоциях, просто сев и разобрав ситуацию под микроскопом, вы уже сдвинетесь с мертвой точки, а значит, станете на шаг ближе к ее решению. Спасибо большое за внимание. Была рада со всеми познакомиться. Хорошего вечера. Спасибо большое, Анастасия. Может быть, у нас какие-то вопросы есть у зала? Я хочу сказать, что сегодня за самый интересный вопрос у нас предусмотрены небольшие подарки, поэтому никто ничего спросить не хочет. Это очень здорово. Мы будем делать перерыв, ребят? Давайте покурим, хорошо. Дальше у нас готовится Юлия Ющик, я вижу, она готовится. Поэтому пару минут на перекур.